Не секрет, что нашу Самару смело можно назвать городом активным и спортивным. В очередном выпуске программы «Точка.ру» вы это сможете доказать лично. Давайте покажем всему городу фото с хэштегами «День физкультурника Самара» и «Спортивная Самара». А также не пропустите поездка на велосипедах по Самарской Луке. Предложение руки и сердца с помощью Яндекс.Карт. Обзор социальных сетей, смешные необычные видео. Все это и многое другое. Встречаемся 16 августа в 19:30 на телеканале «Самара ГИС».